Здравствуйте, сегодня мы расскажем о новом смартфоне Nokia N76. Это достаточно необычный смартфон для компании, учитывая то, что в серии N производитель решил сделать не только технологичное, но и имиджевое устройство, найдя соответствующий подход к дизайну. Однако из этого вытекает и первый недостаток модели – достаточно быстро пачкающийся корпус. Также раскладушку не очень удобно раскрывать одной рукой, особенно с непривычки. Из достоинств мюзикфона стоит отметить использование стандартных разъемов. Прежде всего, это джек 3.5 для наушников и разъем USB для подключения к компьютеру. Также хотелось бы выделить достаточно громкий внешний динамик, что особенно полезно тем, кто крепко спит по утрам и не просыпается от будильников, встроенного в мобильник, а также 2-мегапиксельную камеру, которая, в принципе, ничем не примечательна, но имеет достаточно неплохое качество для мюзикфона. Для удобства в управлении воспроизведением соответствующие кнопки вынесены на крышку раскладушки. По состоянию на август 2007 года стоимость смартфона составляет 15 000 рублей, что вполне стандартно для аппаратов серии N.